И снова здравствуйте, леди и джентльмены. Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня я продолжу видеообзор Северной Осетии и Алании, и мы поедем в глубинку, а точнее в сердце Северной Осетии, в город Алагир. И мы увидим особенности национальной охоты в зимний период. На карте вы уже увидели наш маршрут. Он пролегает из города Алагир за селение Красный Ход. Это порядка 20, может быть 15 километров от Алагира в сторону Дикары. Итак, зимняя охота, день первый. Охотиться будет кто с чем. Я, например, с фотоаппаратом и камерой. Устроим маленькую фотоохоту. Хочу поймать вон ту птичку, если ее видно здесь. Не знаю, видно, не видно. А видно, вон она. Ой. Вот хочу ее сфотографировать поближе, посмотрим, получится или нет. Итак, вот такой здесь пейзаж вокруг. Вдалеке солнышко. Ну, солнышко такое мутное из-за того, что, наверное, влага вымораживается. Такие странные облака. Но здесь они бывают в мороз как раз. Сейчас где-то минус 10. Прохладно. Эй, птичка улетела, но она туда прилетает назад. Обычно. Поэтому пойду. А, вон она переместилась. Теперь у нее новый наблюдательный пункт. Вот оно. Пойду щелкну. Птичку сфотографировать не получилось. Улетела. Очень аккуратная. Точнее, очень осторожная. Ну, зато прогулялся. Здесь немножко распогодилось. Горы видно. Пейзаж. Птичка сидела вот на этом дереве и свалила. We'll be right back.
не летела в ту сторону. Вниз тут пошла. Нормально, ладно, давай. Ну так видно немного. Стрелять будем вот в эту бумажку. Где бумажка, блин? Я не вижу. Ну попал, значит. Ну сложно было не попасть. Можно. Но было страшно. Ну и что, еще раз? Давай. На, вот это первый выстрел. Смотрите, видите? Вот такой. Такое решето. Антон, держи свой первый выстрел. Теперь по бутылке пластиковой. Ты ее увидишь там? Ниже, ниже одень, ниже, а то ты высоко ставишь, дробь туда улетит. Ниже. Обломи кусочек. Нет, обломи. Облом. Потеплело на ней. Новая цель. Сейчас проверим, как она. Видно? Видно, плохо. Целись хорошо. Блин, ее здесь не видно, эту бутылку. В траве фиг найдешь. Тащи ее сюда. Ладно, схожу, посмотрю, что ты там настрелял. Не знаю, что там отлетело. Чё ты ничего не продырявил? Да ну! Вообще! Это другое. Не? Не, вот дырка есть, почему? Одна? А цельно попал. Не попал, я говорю, как можно было не попасть? Вот так! Вот так можно было не попасть. Да. Видишь, ниже. Ниже? Ниже и сбоку, видишь? Попал? Тащи давай быстренько. Пап, смотри. Вылетит. И птичка! Вот, сейчас я вылезу. Кстати, от кролика, смотрите. Какого кролика? Это качан. Давай, тащи бутылку сюда. Ну, тащи. Тащи бутылку, говорю. А? Тащи бутылку. Тащу.
рассказывает. Дайте-то. Даже вот сбоку попал. Да, смотрим. Ну, вот здесь смотрим, что здесь. А здесь попал, дырявая вся. Ну, здесь на просвет не так видно, но видно. Ну вот, видите, черные такие крапинки, это вот дырки от дроби.